Фрагмент из нашей лекции про пены-труженики. Все начинается, естественно, с прототипа, как всегда. И вы видите, какой прототип мы сейчас изучаем. Ну, один мальчик, которому, видимо, нечего делать дома, решил попробовать, что будет, если пену сдавить. Она проскочит, и в этом смысле она работает просто как поршень. В технике мы довольно часто сталкиваемся с тем, что называется поршневой эффект, и вы видите применение пен на основе поршневого эффекта, как это может быть. Можно использовать пену как агент для выталкивания чего-нибудь. Такого рода примеров в нашей коллекции собрано около 6000, но анимированы, разумеется, не все. Добро пожаловать в Кайдзен Трис Университет. Только таланты решают все.